ребята, мы пошли, вышли за ограду, решили с Вадимкой прогуляться, да? Посмотреть, что здесь там дальше находится. Посмотрите, у нас здесь вишни разрастаются. Мы уже сходили с Вадимкой один раз, поели здесь, собрали вишню. Все у нас само растет. Это еще наша территория. А где тут начинается-то? Вот этот вот? Да, вот. Забор, где желез, да? А это все сосед, соседи. Сегодня ни этих соседей нет, ни тех соседей нет, представляете? А, потому что сегодня воскресенье. Да. Сейчас уже вечер, воскресенье, всем завтра на работу, а нам нет. Мы тут уже прошли немного. Ну, вот тут вот. Вот здесь собака выбежала. Здесь собака есть? А, вон, смотри, там уже конец. Пойдем посмотрим, что там. Мы вот с Кириллом. Вы здесь с Кириллом гуляли? О, да, гуляли. Гуляли, я на самокате вроде бы, а он на велосипеде. У нас ведь тут тоже вот эта росла. Облепиха. Выбежала, мы побежали. Я хожу, смотрю, домики какие у людей. Ну, смотрю, есть кто тут, у кого такие дачи шикарные. Но вроде бы в основном все одинаковые домики. Ага. Да-да-да, раньше как-то вот так вот тоже строили. Видите? Ой, давайте я вот так сделаю. Во. Под старинное. У меня немножко осталось. Я смотрю, просто есть у кого прям дачи такие хорошие, добротные. Ну да. Вот этот вот красный кирпич раньше строили, из него белый, красный. Так, здесь, мне кажется, наверное, баня у людей, да? Там дальше дачи. Тоже еще дачи? Ого, мы с тобой заблудимся, нас потеряют. А вот здесь вот тупик? Да, тупик. Ничего себе, какое у нас наше садоводство. Другом, садоводство. А ты еще и с другом гулял? Здесь тоже, смотри, яма. Ага, высохла там вода. Да. Все, вот тут вот сейчас дойдем и пойдем обратно. Кто нас потеряет. У нас здесь мало заброшенных дач. У нас как бы вот возле нас заброшенные были дачи, там их снесли вообще, потому что, ну, видно, ничьи. Да. Я вам тебе рассказывала. Там забор больше. Ага, слушай, там закрыто что-то вообще прямо. Ну, там дальше уже поляна пошла. А вот мне интересно, потом, когда здесь никого не будет, сходим, ладно? Угу. Хочется посмотреть. Только вечером, когда никого не будет. Да, да, когда пойдем сначала, потом посходим. Эти пчелы уже надоели. С ночевкой пойдем? Мне просто интересно за забором, что там. Я не помню, я маленькая, может быть, и бегала раз. Вот их, да, я хочу посмотреть конец здесь этих дач. Во, нет, водичка есть, смотри. Вон, вон, я увидела. Ай, я вышла из тапка. Вон, видишь, вода? Да, там. Здесь много было раньше воды, сейчас все высыхает, все меньше и меньше. Ну, вот этот прямо так привлекает этот дом. Вот этот старенький, да, с балконом. Я люблю старинные дома, старинные здания. Очень сильно люблю. Когда нам сказали, когда я была маленькая, и мы же жили в своем доме. И когда нам сказали, что нас будут сносить, потому что строили рядом пятиэтажный дом, в котором сейчас родители живут. Видишь, скамеечка, в котором сейчас вот живут родители мои. А мы, я вам показывала, где мы жили раньше. Вот получается, что вот этот дом, мы мешали этому дому, надо было строить. И нас построили 3 подъезда. Я вот так похожу, чтобы вам показать, да? Построили 3 подъезда. Прямо вообще там все запустили. Я не знаю, как там все это сделали. Но точно помню, было всего только сделано 3 подъезда. Хорошо сделано там. И отопление провели, и все. И нас уже сносили родители. Ну, я тогда маленькая была. Нас снесли и сказали, чтобы мы переезжали, потому что мы мешаем. Дом-то достраивался, уже практически построен был. А возле дома у нас... Магазин «Орбита» был. Сейчас там «Пятерочка». А вот этот магазин «Орбита» им надо было строить прямо на том месте, где жила моя семья. И поэтому нас снесли. Вот.
И мы очень все расстроились, когда нам дали квартиру. Люди радовались, да, подсолнухи. Люди радовались, а мои как бы не очень радовались. Очень любили свой дом. У нас был сначала полностью наш дом, большой-большой дом. А бабушка с дедушкой, когда жила, папина мама и папин папа, они продали потом часть, получается, дома продали соседям. Появились соседи у нас, а так у нас не было соседей. Просто много лишнее было. И продали поэтому. А так, получается, у нас огромный дом был. Потом, значит, продали часть. И папа женился. Они сначала на другой квартире жили. Это уже мне рассказывал дядя, папин брат. Вот жили на другой квартире. А потом они сюда переехали к бабушке с дедушкой. И они... Ого! И они, получается, там у нас была, как сказать, сенки были. Из сенок сделали комнату, потом сделали пристрой. Пристрой тоже потом все там хорошо сделали. Из пристроя сделали кухню. У нас была маленькая-маленькая комнатка, где мы жили втроем. Я, папа и мама, была одна комната, и кухня, все было вместе. Потом уже пристрой сделали. Вот, мы жили тоже где-то у нас, наверное, комната была где-то квадратов 16 всего была. Домик, комнатка. Втроем жили, и кухня была, и комната была. Потом кухню пристроили. Чуть-чуть побольше было. Ой, ребята, нам так понравилось гулять тут по улочкам, по закоулочкам. У меня даже Кирилл пошел. Кирилл даже пошел. Я так поняла, что вот здесь мы проходим, здесь живут. Даже Кириллу интересно стало. Он говорит, мама, я же здесь был, ездил, катался. Здесь, кстати, баню у многих. Как деревня, да, как деревню. Вот для нас это диковину, потому что у нас же никто не живет в деревне. Мне пишут, а как мама, а свекровь, что она же в деревне? Так она же не в деревне, она в городе. У нее даже улица, на которой она живет, это не деревня, не за городом. Они просто за линией живут. За линией, за вокзалом. Улица, она относится к городу, где они живут. Просто последняя улица там. Ребята, вы представляете, мы сейчас гуляли-гуляли и узнали, сколько стоят у нас дачи. Вот, в общем, дороже, чем мы думали. Я сейчас папе это высказала, говорю, вот ты мне говорил, что дача наша стоит 50 тысяч, а оказывается дороже. Ну, не намного сильно, но дороже. В общем, дачи стоят примерно, такая, как у нас, 200 тысяч. Я не знаю, есть там вода в этой даче или нет. Но сейчас, знаете, сижу такая, думаю, боже мой. Сейчас, если бы монетизация была бы, я бы насобирала бы деньги. И, может быть, действительно купила бы дачу свою бы, собственную. И командовала бы, сама бы в ней. Да, с Юрой бы командовали бы. Что хотели, то и делали. Захотели — шашлыки сделали. Захотели — отдохнули. Захотели — все вырвали. И сделали просто асфальт, бассейн. Бассейн. Ну, тоже мне писали про бассейн. У нас же был бассейн. Тут не покупаешься. Почему? Даже вот грязная вода вот у нас бежит. Мы ее, если наберем, она не нагреется. Она будет греться неделю, две, а потом снова дожди, снова будет холодно, и все. И она снова будет холодная. Тут надо же, чтобы жара была. Стояла жара, и чтобы нагрелась вода. Да, нагрелась. У нас же тут прохладно. Бывает несколько дней жарко. А в остальное это дожди, холодно. И тут даже грязная вода. Вот оттуда берешь даже грязную, а толку там не покупаешь. Прохладно, холодно. Вот, да. Холодная вода бежит. Очень холодная у нас скважина. Так бы, если бежала бы чистая вода, набрать бы воды. Но только как опять ее греть? Слушайте, а как здесь нагревается вода? Действительно, как вот здесь же нету отопления. Как воду нагреть? Бассейн. Машина только что приехала, все уже уезжают. Недавно тоже джип проехал. Все уезжают, мы от нее время уже много. Мне надо видео загружать. Я одно загрузила видео, надо второе загрузить.
А здесь интернет не ловит совсем. Совсем не ловит. И была бы, да, вот так бы были бы деньги, купить бы дачу, была бы собственная. И я бы там только бы, ну, постаралась бы цветочки посадить, чтобы, может быть, получится. Сделала бы, да, траву надо, конечно, тут, наверное, бетонировать, чтобы не вырастала трава, ну, сделать как-то плиткой бы сделать. С временем, конечно. И сделать зону отдыха, и вот именно мангал с этой, ну, мангал, закрытый такой мангал есть. Забыла, как же он называется. Вот на нем можно шашлыки делать. Да, вот такой бы мангал бы поставила бы, бассейн какой-нибудь бы купила бы. Все бы. Жила бы свое удовольствие бы. Ничего бы тут не сидела бы. Все толку там мучиться. Красоту бы только навела бы и все. Так что вот, можно у нас тут рядом с нами за 200 тысяч купить датчику. Вадим заставил Кирилла, чтобы он его катал. Вот так вот. И довольный такой. Король сидит. А вот там мы там еще не были, вон там не гуляли. Я даже не знаю, как туда зайти. Это, наверное, с другой стороны. Тут номеров столько. Мы там видели 85-й дом. Я даже не видела, что здесь столько домов, то даже не видела. Ой, до конца дошли, хотели дойти, дошли. Тут заброшено все, тут столько собак живет. Вон там подряд все собаки. Заброшенное. Я так не поняла. Да, заброшенный дом, а ведь кирпич-то нормальный белый. Посмотрите, сколько. Да. Красивый. Дошли до конца. Нам так интересно было, что там. Тоже, что ли, заброшен? Сын, это тоже заброшенный? Посмотри. Точно? Да, тоже заброшенный. Ну, вот видите. Ух ты, а там, смотри, там ведь тоже дома. Угу. Давайте вот так вот еще. Вот вы теперь за забором, вам хорошо. Мама, сейчас выкинешь. Телефон-то, да, и как мы туда? Так вот, так, нет. Мама. Что такое? Бери, пожалуйста, камеру, мне страшно. Что я вроню? Вон там, как попасть туда? Если здесь закрыто, здесь... Я могу это... Нет, перелез. Видишь, на замке. Я могу перелез. Ну-ка, дерни, закрыть. Тихо. Радиация здесь. Всех собак разбудил. Тихо. Теперь надо подождать, когда они перестанут лаять. Так что вот видите, сколько у нас... Заброшенная дача. Это что, заброшенная? Не знаю. Нет, просто забор, просто. Может быть, живет кто-нибудь? У кого дома нет, может, кто-то живет. Не вот так прям. Тихо. Собаки там. Тут вообще домик-то вот хороший. Не, смотри, домик хороший. Ага. Ой. Щенок маленький, что ли, да? Вермут? Нет, это... Он из овчарки. Классно гулять. Угу. Нам надо... Первый номер. Да? Нам надо в огороде что-нибудь делать, так мы гуляем. О, даже у них вон домика есть второй этаж вон. Ну, я имею в виду, как она называется? Мансард. Тихо, там тоже собака, да? Тут домик очень классный. Красивый. Мне кажется, даже у них окна пластиковые. Вот здесь джип стоял. Может, здесь были, проходили, а там джип стоял. Ну, тут видно, что состоятельный. Ой, слушайте, мы так устали. Время 7 часов вечера. Блин, мы уехали, мне кажется, в 11. Мы уже устали, если честно. Ничего, привыкать надо. Сейчас придем. Скажем, где вы опять были? Сейчас расскажем папе, что мы до конца сходили. Там у всех собаки. Я не понимаю, тут собаки, а где они живут зимой? Здесь закрыты ворота. Здесь никто не живет зимой.
Куда они собак дают? В квартиру? Давайте посмотрим, что тут у нас происходит. У нас такой хаос здесь. Хаос. Потеряли замок. Ничего найти не можем, потому что тут все в куче было. Надо ехать, а гараж закрыть не можем. О, подоконничек сделали, да, уже? Или он был уже, я уже не помню. Я снимала, показывала, нет? Прикрутили. А здесь почему не убрали пен? Не, еще не совсем высоко, завтра доделаем. Пусть. У нас форточка открывается, теперь с форточкой будет. А, она такая... А, Лейка, да ничего страшного. У нас соседи приедут скоро. Соседи-то приедут, они здесь живут.